курортному сезону в Бердянске готовятся по-своему. Работники 7-го управления Департамента противодействия наркопреступности изъяли там марихуаны на 500 000 гривен. Во время обыска у одного местного жителя изъято свертки с уже расфасованным продуктом и кусты конопли с признаками культивации. Всего 5 килограммов марихуаны. В тот же день у другого жителя Бердянска изъяли около 20 килограммов наркотика в полиэтиленовых пакетах и бумажных свертках. Сейчас весь каннабис направлен на экспертизу.